думаю, нам всем надо постараться и сделать студенческий баскетбол основной базой баскетбола Украины. Баскетбол зародился в Америке, в университетах. Сегодня мы знаем NBA, но не все знают, что основной баскетбол, который питает NBA и весь мир, находится в американских университетах. Я мечтаю, чтобы мы приблизились к этому уровню, и в один день наш студенческий баскетбол питал не только баскетбол профессиональной Украины, а питал баскетбол всей Европы и мира. И чтобы студенческий баскетбол был базовым, надежным оплотом всего украинского спорта. Поздравляю вас, поздравляю Запорожье с третьим местом. Киев, не расстраивайтесь, все впереди. Спасибо. Василий Саидиев. Роман Ольховский. И Клементьев. Капитан команды Тимур Рабаджи. Что мы поставили задачу занять третье место в этом и заняли.